wish you a pleasant journey with DB. The first chart shows temperatures and those aboard restaurant car are in different part of our train. So for an Günahet hele. Günahet şarjım burası. Ek ama mekan. Çünkü ki mena ki kaunteri moto mu gelen. China. Thank you.
Течет якобы незаконно рожденный сын был Людовика XIV. Святого Штефана. Это колесо считается самым старым колесом, действующим в мире. Его построили в 1897 году. Я не Франц Иосиф. Я говорил, он был на троне 68 лет, да? А к 50-летнему правлению строилось это колесо, как и многие другие объекты в империи.
да, и на котором проходят финальные матчи и прочее, прочее. Орнаменты, которые в этой башне нашли применение сегодня. Справа неороманская церковь, юбилейная, как и колесо, ее строили к юбилею правления Франца Иосифа. Поэтому в ней же была построена еще и капелла святой Элизабет, да? Что Элизабет — это сокращенно Сиси, имя сокращенно, уменьшительно, ласкательно. И вот под нами Дунай, Дунайский порт, вы видите причалы, стоят пришвартованные речные лайнеры, то есть отели, теплоходы. Очень популярно по Дунаю путешествовать, многие туристы со всего мира приезжают, то есть Дунай пересекает почти 10 стран фактически, можно выбрать. Начиналась вся эта история в 74-76 годах, вот с постройки этих светло-серых зданий. Видите, они такой вогнутой формы, разные по высоте, их 9, просто мы их не все видим. Это и есть штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Когда Ютраф Гусей, вон там справа, на котором муниципальные бассейны. И открытые, и закрытые. То есть и в воду можно выйти в естественный водоем. Вон, смотрите, регата чуть ли не целая, да? Здесь я не знаю, надо вам или не надо, там что. Вот, а поэтому надо ее вернуть. На табуретке Бетховен, это площади как раз и втиснули это в задок зданий, то здесь красивая сохранившаяся архитектура, масса. Угловое здание, надпись «Херц».